процесс приготовления не занимает много времени, а чебуреки получаются легкими и простыми на вкус. Для мясной составляющей начинки подойдет как свинина, так и говядина или курица. Чебуреки – любимая еда многих мужчин. Как же их приготовить так, чтобы они были сочными и хрустящими? Тесто для чебуреков может быть любым. Приготовленным на основе пива, воды или молока, подойдет и магазинный полуфабрикат, но лучше все же сделать его своими руками. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Говяжий фарш 500 грамм, свиной фарш 500 грамм, кинза 1 пучок, петрушка 1 пучок, лук зеленый 1 пучок, соль 1 чайная ложка, перец черный молотый 0,25 чайных ложки, молоко 3 столовые ложки, сырые лепешки 15 штук, количество порций 1,5. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка — гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Удачного дня!